Дорогие друзья, вот и наступает Новый год. От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам не просто большого счастья, а пожелать вам всего того, что человек может желать сам себе, своим близким и родным. Чтобы как-то многие невзгоды, которые касаются каждого из нас в этой жизни, обходили стороной. Счастья вам, семьи, здоровья, ну, всего, что человек хочет и может пожелать сам себе. Мне говорят, надо улыбаться. Я просто сегодня там после Сколково, сегодня у нас было подписание о стратегическом партнерстве. Поэтому и улыбнусь, не знаю там. Но хочу на самом деле, чтобы все было хорошо. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Хочу, чтобы вы помогали, чтобы мы дружили, чтобы мы все относились к этой организации, которую представляю я и вы, как к нашей собственности. Кто-то в свое время хотел, там, наверное, не так сказать, говорит, вот новый владелец. Так вот я вам советую. Я вначале обиделся, а вот потом думаю, это же здорово, что я владелец. И я считаю, что и вы все владельцы того, что есть у меня и у вас. С Новым годом, еще раз, счастья и всего-всего. С глубоким уважением к вам. Говорят, я мало улыбаюсь, но улыбнусь. Владимир Семенович Головин, давайте счастья.